Сегодняшняя тема. В галерее читая истории знаменитостей, попавших из-за проблем с запрещенными препаратами или психических заболеваний в реабилитационные центры или психиатрические клиники, некоторые фанаты считают, что звездные истории с психушками – удачный способ пропиариться или смыть с себя все обвинения. Например, подобные обвинения летят в сторону Филиппа Киркорова, спрятавшегося от скандала на «золотом граммофоне» в престижной больнице в Израиле. Сами же знаменитости готовы плакать, клясться и доверительно говорить о проблемах и людях, которые довели их до подобного состояния. Интересное видео о том, как правильно реагировать на критику. Смотри тут интересные факты из жизни звезд. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.